Всем привет, и сегодня поделюсь с вами небольшой такой проблемой. В общем, однажды перепутал полярность на телевизоре, и у меня сгорел предохранитель. Предохранитель я снял, но чтобы заменить его, я ничего не нашел. Поэтому пришлось ездить отдельно за предохранителем и взял еще сразу термоусадку на него. Одеть термоусадку, чтобы не было КЗ. Без термоусадки тоже можно справиться, но это делать я не рекомендую. В общем, сейчас я подготовлю непосредственно все детали к пайке, и тогда уже продолжу видео. Собственно, вот я все спаял, вот он работает. Так страшно только что было вообще включать его, потому что, ну блин, обычно у меня либо что-то взрывается, либо перегорает, как было с блоком питания, о котором, к сожалению, не знаете. Ну, в общем, вот такая вот решение проблемы, нужно просто впаять этот предохранитель. А на этом все, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.